Кошкинское интернет-телевидение. Чтобы остальные, в общем, приобщать к спорту. Так, уважаемые спортсмены, сегодня мы проводим соревнования по гиревому спорту, который идет в зачет районной комплексной спартакиады. Проводим с целью определения лучших спортсменов поселения, а также отбор на областные соревнования, которые пройдут 3 числа на следующей неделе в поселке Рощинский. Отбираем мы 5 мужчин самых сильных и 2 женщины. То есть состав 7 человек под руководством Кирьянова Сергея Михайловича будут защищать район на областных соревнованиях. А сегодня, в общем-то, в соревнованиях принимают участие 9 команд. Все борются, дают свои очки в командный зачет. И также в личном первенстве в своих весовых категориях будут награждены за 1-3 место. По правилам проведения соревнований слово предоставляю главному судье соревнований Кирьянову Сергею Михайловичу. Так, я приветствую всех участников. Собралось вроде бы нормально, хорошо. Так собирал всегда, чтобы побольше было. Вот. Ну, значит, первое что. Ну, по правилам проведения, значит, мужчины 24 килограмма, вы знаете, женщины 16. Женщины каждой рукой. Рывок, суммируйте, делитесь пополам, и очки записываются в протокол. Техника исполнения уже знаете, подготовились. Значит, там можно показать, будет перед соревнованием маленечко, как нужно получше делать правильно. Вот. Мужчины, значит, 24, первый идет толчок, второй потом рывок. Толчок двумя, две гири одновременно, две гири, значит, кладутся на плечо и толкает. Плеч опускать нельзя, на плечо положил, с плеч толкаешь. Значит, по технике тоже локти прижимать сюда, не так вот, сопырить, прижимать, стараться сюда локти. Ну, тоже предварительно покажем. Значит, рывок. На плечо нельзя класть, опускание гири, когда в руке улет, значит, опускай гири, не минуй плеча, опускай вниз сразу, начинается, значит, с рывок. Вот. Тоже покажем техники. Ну, значит, что еще? Ну, остальное вроде бы все ясно. Уже вступали. Значит, так приготовлен. Если у кого потеет ладонь, значит, мел здесь есть, мел мажьте обязательно, потому что может быть мозоли срывы. Гири, срыв мозоли это часто. Если у кого потеет мел не было, а рука полная, он начинает делать дальше начинает мозоли срывать, как кошмар, потом будет долго болеть. Естественно, заживление очень долго. Вот. Ремень есть, ремень толчки одевать обязательно, потому что прогибы, на позвоночник идет нагрузка. В ретечь там поменьше, а в толчке ремень здесь лежит один, второй, что одевать. Ну и все, остальное сейчас первые выступать начнут женщины в том зале. Судит Караваев, шаг вперед, судья у женщины. Караваев Сергей. Участник областных соревнований. Участник областных соревнований. Вот. А мужчины, значит, чуть-чуть. Через минут, наверное, где-то 10-15, я всем желаю удачи, успехов, все как Идем в тот зал, разрешается ли два вот таких колебания? Со второго раза вы взяли, раз, со второго уже закидываете, закинули, опускаете. Раз. Отдыхать можно только вверху. То есть и здесь положили отдыхаете. А вверху сделали этой рукой. Она у вас устала. Опускать ставить нельзя. Да. Сколько смогли? Ставить нельзя. Там нельзя часы. Погнали. И вторую рукой. Вторую рукой. Ставить.